Так, друзья, здравствуйте. Сейчас я поднимаюсь к себе в номер. Сейчас я вам покажу. Вот и гостиница, где остановился. Эспланда гостиница. Вот. Курение в отеле запрещено. Уважаемые гости, кафе работает ежедневно с 8 до 8. Так, завтрак с 8 до 11. Так, в общем, друзья, чё? В общем, стоит номер 2000 рублей в сутки одного человека. Такой вот лифт написано, лифт вызываешь такой. И сейчас я вам покажу питерский вообще реальный, четкий, аутентичный лифт. Вот, красивая такая тут вот здесь картина. Ну что, где лифт-то? Я не понял. Так, друзья, лифт. Сейчас. Вот, лифт пришел. Кто ли там едет, не знаю. Вот, друзья, такой вот лифт. Я называю лифт шкаф. Так вот заходишь, замуровываешь, вот так вот закрываешь двери. Вот, выходя из лифта, плотно закрываете внешнюю металлическую дверь. Нажимаем 6-й этаж, едем на лифте. В общем, друзья, такой вот лифт прикольный в моем отеле в Питере. Называется Эспланда. Вообще жесть. Вот самое интересное. Открываем. Так, и выходим отсюда. Так, друзья. Ну все, я приехал. Там, друзья, это вид из окна номера моего отеля на вечерний Санкт-Петербург. Это вот обводной канал. Такой вот вид интересный. Вот здесь такой вот монастырь, церковь напротив окон моего номера. Вообще красиво. Вон трамвай идет питерский. Вообще здорово. Классный вид из окна. Здорово.